бы не особо хочет под каре. Да. Короче, типа, ребят, сверху донат голы. Сверху донат голы. Если вы хотите, чтобы Наташа постримила, говорю, постриглась под каре, то сверху вот 50. И вы увидите, там, где будет больше бабла, то решение будет принято. Мы вчера все за 300 тысяч брали. За 300 тысяч? Да, но не на лосо брились, мы в игру играли. А сколько скинули в итоге деньги? Кто выиграл? Чувак там был, который 54 сделал. 54. Надо больше сделать. Надо больше было сделать, Миша. А сколько Миша надо было? Миша 52 сделал. А, туда никто не скинул, ну просто... Миша, йоу, Луна, привет еще раз. Ты можешь играть меня? Да. Йоу, Луна, привет, еще раз списываюсь в ДМ по поводу... Ебанушка, какое каре? А, Глория, чел, в которой Зипки вчера была. А что, пускать курьером? Я не пущу, нет, курьером только, да. Ну, либо в ДМ списывайтесь просто, и все. Ну, это некрасиво. Да, я согласна. Это жестко, бля. Ну да, типа. Вот. Этот... Просто ты так вписываешься, как будто мы с тобой знакомы. А что не пишешь, Наташа плюс Жужо? Где? Вы что, совсем ёбнутые, блядь? Луна плюс Жужо пишет. А? Луна плюс Жужо. Наташа плюс Жужо. Это они посмотрели. А почему никто не пишет Амина плюс рука? Я не поняла, блядь. Блин, тебе так идет, мне так нравится, как вот этот лифчик выглядит. Но это не лифчик, это нихуя, у тебя прикольно стоит, смотри. Мерзисик? Блять, дура. Не, да, просто блядь. Короче, да, ребят, у нас есть время до 17:45, короче, чей донат гол вот этот, или вот этот будет больше, короче, ну, так мне и поступать. Спасибо большое, Дон Марко, за то, что спас мою ситуацию. Оставить все как есть и каре до 17:45. Плохо видно, да? Не хочешь одну сделать? Сойти с Вадей и не сойти, вообще пиздец нам надо будет. Это вообще тема будет. Да реально дохуя сдатят. Я понимаю, что ты его, блядь, друг, нахуй. Знать дохуя, знать про правду. Вы будете донатить? Нет, я так не буду, Вадя. Себе стою, ну вкусно, да? Пиздец, вкусно. Вкусно, да, вообще обычно не вкусно. Зачем попробовать, блядь? Как тебе вот эта хуйня, которую я придумал? Ебать ты этот рукой, еще раз ее в рот. Вы слышали подкат, который... Блядь, давайте все из этой трубочки нахуй попьем. Куда ты ему даешь? Он, блядь, болеет нахуй. Этот, и как вам... Чем ты болеешь, я забыла. Герпес. Вот. Герпесом, блядь. Реально у тебя герпес где? Да, у него герпес, сифилис, блядь. Вот этот, так, Наташа, слышала, не обижай моего друга, блядь. Ты слышала мой подкат к Наташе, который говорил? Нет. Если с ней к нам бенцуха, то при встрече со мной станет кеду влажно. Бля! Бро, это жестко. Бро. Они такие тактильные. Все, плюс ТикТок, блядь. Ребята, вы создаете ТикТоки так. У нас не может быть семьи, ведь ты плохая сука. Здесь Вадима видишь, блядь. Нет. Блядь, это был пранк, да? Не типа, ну, типа... Долбоёбка. Потому что, думаю, у тебя не получилось. Обыграна как дешевка. Да пиздец, нахуй. Луна, не молчи, пишет. Чего ты? Я просто не знаю, чем сказать. Я просто не знаю, что с вами говорить, броуки ебаные. Да-да-да. Спасибо, Денмарк, еще за 2000. О май гад! Спасибо огромное за то, что поддерживаешь меня. Бу! Эвелина такая милая. Просто невозможно. Эвелина такая милашка, просто невозможно. Согласна. А ты можешь, зайка, поближе? Не, я не слышу. Что, ты согласен, что Эвелина милашка? Блядь, я не знаю, мне кажется, я какая-то не такая. Ко мне сегодня все опоздали. Я планировала стрим. Ты охуела, блядь? Я приехала к... Стоп! Я приехала к этой суке в 15:40. На секунду. Я захожу, и знаете, первое, что я вижу? Я вижу, какая-то сука ебаная просто из одеяла вылезает. Ты щерный человек, нахуй. Она просто вылезает и делает... Вот так вот футболки задом наперед надеты, блядь, идет, чистит зубы. Я говорю, ты чё спишь?
Это нормально, блядь? Да я бы собралась все, за 15 все, минут. Все опоздали. Ты охуела за 15 минут? Тебе не хватило бы времени, ты краще 30 минут. Неправда. Правда. Мне хватило 30 минут. Она пока это малярный клей, блядь, тебе на лицо нанесет уже все. Да надо тише. Я не могу тише делать. Мы не можем, ребят. Да, ну конечно я могу попробовать, но я не уверена, что это будет это работать. Вот так вот. Эти. Вот так вот. Эти. Не длительность, а вот звуки. Эти. Вот так вот. Опа. Вот так вот. Опа. И все. Ебать, у тебя, у меня две штуки такие. Да, у меня вообще очень много. У меня вообще очень много. Пошла ты нахуй. Ты такая тактильная. Мне хочется, зайчик. Хочется любви и ласки. Так, и 300 донат, наверное, тоже потише сделаю. Чуть-чуть. Превращаю его в бездну, треки в плейлистах посеял. Вот это семена, спешка напрасная, себя сейчас замедляю. Так. Где находится ближайший терминал? Чего, импостер сужает? Осуждаю! Ты дура, не говори это слово. Осуждаю, импостер нельзя осуждаю. Говорить на стриме. Ты зачем это сказал? Нельзя это говорить. Ты зачем это... Пиздец, а, блядь. Меня еще уебало, блядь, за что. Прости за... Нет, вот это слово можно, вот это слово более-менее можно говорить. А Амогус это вообще нельзя, это банят. Да? Амогус! Ну ладно, это мой это же канал. Это ты сказала, я такой. Бля, это же мой канал. Вот вы запустите стрим, я буду Амогус спать. Ой, а... Да, а можно? А вот эти вот, можно наушники мне дать? Да. Вот так вот можно его поставить. Ебало, вальнуло быстро. Ну ты, блядь, он, сука. Короче, мы хотим поиграть сегодня в игру. Как она называется? У нее их название? Вишпер челлендж. На русском шепот челлендж. Шепот челлендж? Испытание шепотом. Виспер. Виспер, это герой такой из Доты. Виспер это шепот. Да? Нихуя себе, блядь, Жош. Охуеть, ты знала? Я не знала. Не знала? Первый раз слышу. Вот, вообще есть такой типа сериал. Прикольный, кстати, шепот. Гляньте, он прикольный. Зай, я очень хотела тебе кое-что сказать. Можно я скажу это? Мы не против? Очень хотела. Крыш сносит 100 рублей, а я не хочу быть! Эй, это какой-то пиздец! Вот, ребят, я сейчас сижу курсом на успокоительных на Афобазоле. И я вчера перед стримом... Я перед стримом выпила Афобазол. Меня так расхуёвило. Вы заметили, что вчера я была на стриме, типа, была супер сама не своя? Это по той причине, что я сегодня не пила Афобазол. Посмотрите на меня. У меня есть Афобазол принести? Скажи Афобазолу нет. А, то есть я вас заебала? Нет. Просто если вдруг тебя... Ты меня не знаешь, типа... Ты не любишь меня? Пошла побочка от таблеток. Зай, пошла побочка от таблеток. Тебе нужны эти таблетки, мне кажется, нет? Пошла ты нахуй. Можешь чекнуть директ от... Ладно, чекну. Спасибо большое. Бу. Можешь чекнуть директ от подчеркивания www.подчеркивания. Мы распределимся по парам. Давайте Луна пока с Амина начнет, а я типа Жожо начну. Нет, ты что, ёбнулся? Я могу с тобой начать, а Луна с Жожо. Только ты мне говоришь, что мне рта не видно. Я буду только отгадывать. Хорошо? Да. Сегодня у нас камера такая некрасивая, я вообще не нравлюсь, не могу. Мне тоже, я себя тоже пиздец. А может, я такая красивая сегодня? Еще? Так она не отзеркалила, блядь. А это все из-за этого, да? Наташа! 100%? Да. Блядь, ты отзеркалила что-то другое? Да. А что ты отзеркалила? Без разницы. Непонятно. Ой, извиняюсь. Буду на планете. Блядь, да что ж такие? Ребят, я пукнул. Блять, опять пердит, сука. Она вчера напердела просто во всем туалете, нахуй. Вонючим. Прости, я вчера... Блин, ребят, я вчера просто ходила у Наташи дома, и я... Всё, теперь я буду. Бля, Жош, не подходи ко мне лучше. Ты что, ты напердела? Да, жёстко. Реально? Ох, это тактильно. Короче, я вчера пришла к Наташе домой, и, ну, пошла покакала, сходила в душ. И там очень сильно воняло, и потом через 10 минут пришел Сережа, зашел в туалет и уже не почувствовал, он там очень сильно воняло. А я не чувствовала, у меня просто нос заложен. А, поэтому ты сейчас не чувствуешь, так воняет подливой.
Я вчера вообще, я не знаю, из орлов, либо из чего, короче, ложу этот, пошел в туалет, а я, короче, пописил попой. Не знаю, как это вообще. Ну, пописил попой прям жидкой, жидкий какиш был прям. Ох, жидкий, прям. Ребят, смотрите, какой Жожа красивый. Посмотрите. И полосы вынула, блядь. Посмотрите, какая у меня челочка. Это что у нас такое? Ты такой... Это Бэби Хэр. Ты знаешь, что оказывается? Ты же сел! Ну, и мне там удобнее. Вот, кстати, светлее сделала, должно быть лучше. По-моему, хуже стало, Наташа. Да. Сделайте это, мне. Бля! Да, можно. Но вчера ярко было. Курим. Это факт. Может, едем по России. Не, не холодный, холодный. Так лучше, да, оставь, оставь. Давай. Что? Накрасим его. Погнали. Какой? Розовый? Не, они. Нет. Давай. Только я, давай тоналку не будем. Ой, все, я встала, не хочу, не буду. Ну, значит. Я перегнулся, да. Я уже перехотела. Я бы стрелки нарисовала тебе охуенные ровные. Так. А что себе не можешь, блядь? Ой, я сейчас, блядь. Я сейчас принесу наушники. У меня и так красивые глаза без стрелок. Ты, блядь, охуел нахуй? Пизды хочешь получить, ты, ебать? Давай, Мраслинг. Сейчас. Ой, блядь, свеки. Ой, урони, блядь. Ты нахуй не выебаешься. Армрестлинг. Жажа, армрестлинг. Урони. Мой бэк забит бабу. Давай. Что ты начала, блядь, какие-то свои выпендрёжи, блядь. Это три. Раз, два, три. Что? Короче, лошочек. Вот я пока в наушниках, и ты мне говоришь слово «жопа». Нет, сначала я. Я по губам отгадываю. Нет, я условно объясняю ей правила. Она сейчас увидит один раз, и сразу это намного лучше, чем объяснение. Я поняла, да. Я сразу. Давай. Короче, я подключаюсь. Включаю тебе рок. Нет, Зай, можно я включу песню себе? Рок. Включи мне Жанулька, ты похож на кота. Нет, она тихая. Тут шумоподавление, я тебя еле слышу, блядь. Не, хуйня это. Ну, пожалуйста, можешь мне нормально, ладно, что я люблю? Блядь. Я похож. Ты похож на кота. А. Так неприятно, когда шумодав, как будто в ушах, как будто пиздец. Зая, такая спитера со своими наушниками. Это контент не авторизован. Сейчас. Что? Ты за хуя шепотом говоришь, ты ебло, блядь. Да, бля, бля, бля. Еще микрофон поближе поставить. Блять, вы я нажали. Я нажала, сори, я нажала. Подожди, спасибо, это, чат это большое. Это не может быть, Наташа. Чё? Это тише, чем AirPods. Я говорю, они тихие, поэтому нужно громкий звук. Это наушники такие тихие? Да. Смотри. Ты ебанулась? А зачем покупать наушники за 30 тысяч? Я ничего не покупала, мне подарили. Они 50 стоят. 50. Я тоже клянусь, купила, их, говно полное. Я клянусь, они настолько тихие, они что... Они очень тихие, да. Ты где бы ни находился, ты тебе надо, блядь, просто... Может, включить надо шумоподавление это где-то? Это пиздец. Да, шумодав надо врубить где-то. Так шума давит. О, и теперь я слышу все, что вокруг. А. А теперь нихуя не слышу. Чё, я включаю рок, короче. Ну только не рок, за включи что-то другое. Ну нахуй мне твой рок, ебаный, не всрался, блядь. Ладно. Пошла Молли. Да, извините, 5 секунд. Очень тихие. Ну, Яна Обезьянова. О, передаем нормально? Тебе привет. Давай. Ну-ка, Яна, например? Обезьянова. Тишка, сам Маран висит на мне, засовку. Нет. Ну-ка, сэндвич. Еще раз. Сэндвич. Вадим. Какой Вадим, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Слышишь? Сэндвич. Сэндвич. Мы начинаем? Да. Сэндвич. Сранча. Нет. Сэндвич. Она просто... Непроизвольные какие-то губастые вещи делает. Давай. Сэндвич. Сиринч. Сэндвич. Да. Да? Да. Нифига себе, ты услышала? Нет, 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 я не услышала. Давай кто-нибудь другой теперь скажет. Экватор. Вадя. Экватор. Вадим. Сложное слово, давай. Эвелон. Нет, экватор. Я хочу сойти с Эвелоном. Нет, давай. Падла. Балда. Падла. Он тебя слышит. Панда. Падла. Панда. Потише, потише. Падла. Да, потише. Да, я думаю... Падла. Падла. Да. Да, падла. Она сейчас слышала. Падла. Да, да. Жопа. Скажи спасибо, йоу, чат. Спасибо, чат, за сообщение. Чувак. Нет, жопа.
Жопа. Жопа, да? Да, да. Давайте посложнее. Давай. Давай. Микроб. Пьем. Микроб. Прём. Микроб. Прёт. Микроб. Миньон. Микроб. Потом. Можно тебе в лицо рыбнуть? Микроб. Микроб. Проём. Это не только шкутичка, но... Микроб. Микроб. Да. 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 Ебать. Слушайте, какой тут свек. А да я послушаю. Там пиздец. Давай. Теперь ты. Теперь ты. Теперь ебать, мы тебе загадываем. Болят после них. Блин. Слышишь? А. Теперь мы тебе загадываем. Окей. Все. Можно я первая? Давай. А как, блядь? А мы-то, ну, не я играем. Я сегодня как будто в тысячу так, раз... Так, давайте же я. Не, дай другой платиновый трек. Давай. Веном. Давай. А чё Веном? Давай, уже мне тяжело так. Давай. У меня, кстати, нормально ебашит, я совсем не слышу. Я придумала. Все, готов? Давай. Погром сейчас. Да. Я сама не слышу. Это да, пиздец, что там, блядь, 6-16, блядь. Чёрный. Одно слово надо. А одно надо? Блядь, одно, конечно, не целое предложение. Залупа? Я даже не слышу, я пытаюсь прислушаться. Я не понимаю. Ноги. Ванюша? Ноги. Он только о Ване думает. Толик, блядь. Ноги. 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 Костик. Даяна. Я не понял. Даяна, привет. Надеюсь, правильно сказал. Хуй. О, блядь. А что ты? Давай ты теперь. Давай. Загадывай. Давай. Давай. Канализация. А? Ам-ам-ам. Канализация. Пососитесь? Нет. Ты жопа ебаная. Да по одному слову. Уебан. Да спасибо. Уебан. Я не понимаю, вообще не хочу. Чат, напишите, уебан. Какое слово загадать. Уебан. Залупа? Нет. Я ничего не понял. Уебан. Уебан. Уебански? Циркуль. Спасибо. Я уебански? Норм. Правильно сказал? Амин. Да, циркуль. Уебан, я говорила, уебан. Подожди, еще одно слово. Да подожди, еще одно слово, да, от Луны. Что ж я не успеваю никому загадать? Какую игру уже? Ой, сейчас. А ты прошлый тоже не говорила о мине? Сейчас, дайте включу. М? А нет, я говорила телефон. О мине. Да. Нет, ты говорила мне. Я же говорила. Микроб, я ой. Помню, да, я сейчас сказала. Давай, давай, давай. Циркуль. Какое это слово? Циркуль. Циркуль. Жужжу. Цыган. Циркуль. Циклоп? Циркуль. Циркуль. Циклон? Циркуль. Це буква правильно говорю? Да, да, да. Циркуль. Цикорий? Циркуль. Циркуль. А, циркуль. Молодец. Красава. Да, я еще хочу тебя. Да, хочу. Блядь. Еще хочу, еще хочу. Как ты так надеваешь уши, я не понимаю. У тебя, лицо, у тебя лицо, блин, не видно, когда ты разгадываешь. У меня тоже, знаем, ты не жалуешься вроде. Не, сейчас. А тебе видно было, у тебя прям, типа, когда ты вот так вот закрываешь. Давай. Чат, видно. Пишите, какие сообщения загадать. У вас кетчуп. Идеальные примеры. Кетчуп. Знаешь, моя вещь так дорого стоит. Я вот пишите, большие, я не буду скажу. А, чё? Кетчуп? Блядь, это как? Потому что там сообщение пришло. Сука. Спрингрол. Пиво? Спрингрол. Очень непонятно говоришь. Мне за предки почему-то в голову лез. Мне очень непонятно говоришь. Спрингролл. Говори более издобол? Четко. Нет. Я буду жизни. Более четко. Сейчас, подожди. Очень просто... тихий парт. Я понимаю, я съедаю специально. Сейчас. Да нахуя давай, специально, говори. Так сложно. Спрингролл. Спрингролл. Сперма. Спрингролл. Сообщение пришло? Я не услышал. Услышал? Чё? Спрингролл. Спина. Спена! Спена! Спринг-ролл. Спина! Спинар! Спинар! Спинг-ролл! Спинг-ролл! Спринг-ролл! А, спринг-ролл, я услышал! У тебя сообщение постоянно приходит! Включай мне режим этот ебучий! А ты подгадал слово спринг-ролл? Я не знаю, давай теперь ты! Не, я знаю, это которое в рисовом этом салате вот это? Да, да, да.
Рисуй, хуйня. Давайте я буду отгадывать. Пожалуйста. Давай. Может, мне не задать? Включи мне музыку, пожалуйста. Сейчас. Булки, с булки, булки, булки. Чат, слово ой. Спицы. Спицы. Депрессия. Охуенно. Да? Нет. Спицы. Депрессия. Спицы. Жопа. Спицы. Спицы. Тесто. Спицы. Бля, как ты угадал? Какой диппинс? Жопа. Спицы. Голова. Как она это видит? Спицы. Спиннер. Спицы. Спиннинг. Спицы. Спинсер. Спицы. Спицы. Да! Нет! Спинсер. Спицы. 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 Я не умею. Спицы. Спиц. Спицы. Спицы. Да! Позевать! Это было слово. Я слово давай сейчас. Чат, напишите слова, которые можно загадать. Я думала, спиннер какой-то. Я не понимаю, нихуя! Сейчас. Давай пока еще какое-нибудь слово. Я думала, она говорит мне Deepens, Deepens, Deepens. Чат, слово вермишель. Подожди, подожди, подожди. Подожди, еще не началось. Это ты трахнул мою суку? Нет, это Deep Shake. Ключи и гром. Deep Shake и клек. Вермишель. Вермишель. А, блядь, ты услышала? Она у тебя сообщение прочитала. Приходит, можно хуйню вырубить, блядь? Тебе кто-то написывает, блядь. А Вадя не знает, да, кому кто тебе пишет там? Молчишь, да, сидишь, не знаешь, да, то, что сказать. Видите? И кто-то написывает сообщение. Это старый адрес, он пишет. Записывает сообщение. Ну, слышишь меня? Она не... Слышишь тебя, да. Да, слышу я, да. Можешь как другую музыку включить? Включи рок жесткий просто. Она громкая, пиздец. Рот, сейчас блядь. Я загадаю это. Я увидела. Так, я сейчас не слышу. Сейчас, сейчас. Передаю вам привет. Кстати, мою собаку тоже зовут Лина. Спасибо, милая собачка. Нора, могу говорить? Амин, потом можешь мне загадать слово? Да. Если кто-то поцелует Жо в шею, закину 75 тысяч. Давай. Давай. А какое слово? Амин. Я говорю слово. Давай. Шин, давай. Шиншила. А? Шиншила. Шницель. Шиншила. Чечетка. Шиншила. Шиншила. Шопот. Шиншила. Шницель. Шиншила. Тискаться. Шиншила. Щекотка. Я потеряла смысл этого слова. Шиншила. Шенген. Блять, шиншила. Шиза. Да, блядь. Шиншила. Шея. Да? Я сдаюсь. Нет? Шиншила. Шиза. Включайтесь. Сейчас. Шиншила. А что мы так же будем повторять? Давай, подскажи ему то же слово. Шиншила. Это было так. Шиншила. Шиншила. Швея. Шиншила. Шиза. Шиншила. Как? Шиншила. Шив-шив-шив-шив. Шиншила. Ши-ши-ши-ши. Шашлык. 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 Шиншила сложно, пиздец, да, типа. Давай. Сейчас. Сейчас, да, включу. Дай другой, потому что мы закончим трек. Давай, Амин, загадаешь? Она через меня загадывала. А. Подожди, подожди, подожди. Какое слово скажешь? Хаги-ваги. Ща мне. Что? Нормально. Да. Хаги-ваги. Хаги-ваги. О, блядь. Да, блядь. О, да, хаги-ваги. Да. Да? Зип-худи. Я думала Гелендваген. Мне похуй. А мне пофиг. А мне пофиг. Амогус. Прикус. Зип-худи. Зип-худи. Похуй. Зип-худи. Спокус. Зип-худи. Поксик. Зип. Токсик. Зип. Спи. Зип. Зип. Зипка. Зип-худи.
Зипуля. Зип худи. Ты как будто ее проклинаешь, знаешь. Подожди, сообщение. Все, нормально. Зип худи. Зип. Худи. Зипузи. Худи. Зип. Худи. Худи. Уй. Зип худи. Узник. Худи. Худи. Курит. Зип худи. Куда идет он? Зип худи. Зип худи. Она же поет. Зип худи. Зипуля. Зип худи. Зип худи. Зиброк. Все, блин, кроме этого. Худи. Худи. Зип худи. Да. 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 Ебаная, блядь, пизда нахуй. Ой, пизда. Давай, это изи было. Давай. А. Давай ты теперь. А можно мне что-нибудь такое, чтобы я не, вообще не слышала? Зипуля, блядь. Какая-то слишком милая, я вас слышу. Можно мне рок? Или ор, крик? А, вот, норм, норм. Давай. Я тебя уронил, сука. Давай. По голове уронил. Я пукнул. Опять? Да. Попу рвет. Бля, вы мне будете загадывать? Да. Давайте. Стой. У меня выключилось все. Все, норм. Фу! Оно до меня дошло! Давайте все вместе пердеть, блядь, друг другу. Даже я почувствовал сейчас. Вы издеваетесь? Я говорю ей слово! Кому? Ей, чтобы она от меня себе загадала! H&M. А, давай. H&M. Че, блядь? Да-да-да, добрая, пожалуйста. H&M. Анчантикс. Нет, H&M. Они нереально. Давай. H&M. Да. Анчантикс. H&M. Скажи ты. H&M. Да вы ничего не говорите. H&M. Персик? Нет, H&M. Что это значит? Давай вопросик какой-нибудь. Давай. Другое. Давай ММ. Шокер. Нет, Жо-жо. Шокер. Жопа. Давай. ММ. Да не, вы что? Я сам не знаю, как это слово произнести, блядь. ММДЭМС. ММДЭМС. Да нет, ребята. Вы сами не понимали, как это слово произносится. ММДЭМС. ММДЭМС. Я не могу, это реально смешно. АМИНОМУД. Слезы, блядь. Дебильное слово, сука, что за ММДМ? Сначала было H&M, а потом ММДМ, блядь. Потом мы хотели сказать МММ. МММ. О, блядь, не могу. О, блядь. Ну чё вы? Давайте без этих. Давайте без аббревиатур. Да, без аббревиатур просто поиграться. Обычно одно или два слова? Вообще, я просто не буду загадывать минуту. Давай. Чтобы она разве угадывала? Да, ну, сам надеюсь. Эверина, она разве угадывала? Ой, она даже на разве угадывала? Очень больше. Не хочешь? А мы Блохислав не загадывали. Нет, все хорошо. Ну давай еще раз. А что не так? Что хорошо? Почему ты заплакала? Я не плачу. Я вижу. Все хорошо. Пойдем поговорим. Нет, все хорошо. А что с чисто? Не все хорошо. Мы просто смеялись с H&M, а не с тебя, правда? Да, мы же не с себя смеялись. Ты че? Я начал не понимать, как говорить. Давайте дальше играть. Ладно. Я не понял, как ММДЭМС просто сказать, и я начал играть. Я тоже самое слышу. ММДЭМС. Ой, сука. Сейчас. Чат, можете модерировать, пожалуйста, чатик? Оскорбление, да, вот эти вот все, пожалуйста. Не надо никого обижать. Давай. Чокер. Чокер.
Как? Сейчас, я слышу. А, ты слышал? Я услышал. Давай еще раз. Чокер. Чокер. Пушка. Чокер. Чокер. Осуждаю, что Чокер. Она запрятку на букву Ч говорит. Я не знаю, как это. Нет. Как? Чокер. 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 Я не понимаю. Скажи. А? Чокер. Школа? Чокер. Чокер. Чокер? Да. Да? А я говорил же тоже слово. Она не отгадала. А? Она же не отгадала. А, ну да, да, просто я тебе говорил чокер. Да, я просто да. Понял, что я чем-то там пришел, давай, давай еще раз, давай еще раз. Зрачок. Зрачок. Сука. Зрачок. Сучка? Нет. Ты охуел, блядь. Я не помню. Зрачок. Ребята, как ты говоришь, блядь, она слабо. Нормально, там вообще не слышно, и видно. Что это, блядь? Да, ба-ба-ба. А ты еще показываешь так непонятно. Зрачок. Зрачок. Ба-ба-ба-ба. Зрачок. Скажи ты. Зрачок. Охуеть. Знаю. Нет, смотри, как ты показываешь. Я говорила так. Зра. Да тут на твои губы красивые смотрят. Там трек закончился. Давайте. Зрачок. Ну, играйте, я просто скипаю донаты. А что такое скипить? Варпач, Варпач закинул 5000. А чё донаты не проигрываются, кстати? Ты выключил чё? Донаты? А нет. Бу! Луналина Эвелина, какая же ты милая. Очень сильно любит тебя твоя аудитория и не только. Люблю, люблю, люблю. Странно, они не проигрывались, короче, все это время. Луна... А ты сама модрешь донаты или тебе... Я сама. Луна, Алина, Эвелина, какая же ты мила, очень сильно любит тебя аудитория и не только люблю, люблю, люблю. А, приветик, донатила вам на стриме Амина с просьбой передать привет Яне Обезьяновой, вы не заметили, можете передать, мы же передавали только что. Передавайте привет... Не могу прочитать. Давай, всем снова. Привет, ребята. Оставляйте. Оставляй как спасибо, есть. Ты же девочка. Это каре волосы, это смена имиджа, но тебе идут длинные волосы. Спасибо, Варпач, огромное. Кстати, через. А, ну все оставить как есть, типа оставили. Даже мне никто навредить не захотел. Офигеть, Варпач! Спасибо тебе огромное за 5000, Кирюш. Спасибо огромное тебе. Эвелина милая такая, вон пишет. Можно Даянке привет? А мы передавали. Даянка, привет. А. В наушниках Жужо сидит все это время. Да-да-да. Спасибо огромное. А почему? Ой, почему Варпача нет? Доната. Вот, пришел, блядь. Что написал? Всем привет, ребята. Оставляй как есть. Ты же девочка. Каре, это смена имиджа, но тебе идут длинные волосы. Спасибо огромное. В 17.45, кстати, да, уже закончится, ребят, время, так что... А прикинь, кто-то, блядь, стартанет нахуй. Через 6 минут закончится. А, нет, 45. Что-то посчитал. Я сейчас 15 минут. Мы вчера, короче, приехали в Invasion и встретили Варпача. Да? Просто случайно. Мы говорили с Варпачом до 2 часов ночи пиздели. Ну, там вообще, там реально, там очень много всяких этих... Да, он, короче, там привезли какую-то штуку. Постоянно. Типа какой-то движок от Tesla, на который ты ставишь стакан, видел у меня? Да, да, и там да. Типа ток, как шар магнитный. А я думаю, это в Invasion есть напитки такие, типа. Ну, наверное, ты, типа прикольно, просто мы увидели, типа там с ним отсидели, ну, до 2 часов ночи, с 11. Прикинь, вообще, просто пиздели обо всем. Очень круто посидели, а потом мне довез. Что, вы расстроены? Я нет, я нормальная, просто что-то девочки... Нет, просто чат хуярит, типа, такую хуйню, блядь, Амина, не кричи, сука, в смысле, типа, чуваки, это эмоции, это нормально, когда человек кричит, вы хотите, чтобы я была мёбной, типа, или чего вы хотите? Я просто еще не поняла, почему, чем я обидела Эвелину, типа, нет, такая реакция не, была, непонятно было, почему, я тебе задаю прямой вопрос, ты мне на него ответа не даешь. Я не обиделась, типа. Я просто испугалась, я подумала, что я что-то сделала, и нихуя не поняла. Ну, так можно просто спросить, что я сделала. Обнимитесь вы.
Да нет, я не... Обнимись, блядь, что тебе сложно, блядь. Я не обижена. Что тебе сложно, блядь? Да схуя мне тяжело обнять. Нет, просто... Давайте все обнимемся. Я просто не понимаю. Давайте все обнимемся. Слышь, ты бычара, блядь. Да что бычара, я просто... Ты знаешь, что я человек прямой, типа, мне абсолютно непонятные, типа, сообщения в чате. Мне абсолютно непонятна реакция. Ты можешь вообще скипать зачем это? Они вчера так же писали, типа, да понятно, что я могу скипать, но просто я тебе говорю, что типа конкретно сейчас мне просто непонятно. Ну, может, она не захотела часто говорить. Да главное, что надо. Да я вообще не про нее сейчас говорю, а про что? Про чат я сказала. Типа, это просто максимально двулично. Я вижу сообщения от одних и тех же людей, которые типа 10 минут написали, что Амина самая охуенная. Проходит 10 минут, Амина пошла нахуй отсюда. Ну просто, типа, камон, чуваки, нахуй вы так себя ведете. Каре, блять! Сдонатили нахуй, го перемены. Ну чё ругаться, зайчики, да ну я не хватит. Ругаюсь, я объяснила свою позицию. Пожалуйста, с наступающим днём рождения. А мне будет... Я люди, наверное, просто не знают, что ты сюда. Ну пизда мне, блядь. Я тоже эмоционально. На каре задавать. Давай прям сейчас первый ребём. Да ты, Наташа, виновата всё. А я-то что? Пиздец, ну конечно, блядь. Короче, я видео не считала на моём стриме, давайте поругаемся нахуй. Давайте в плохом настроении. Да никто не ругался, ни в плохом настроении. Я просто не села, типа, я выразила своё недовольство, не более того. Если у меня было плохое настроение, ты знаешь, что бы было, Наташа. Ты меня знаешь, да, ты меня хорошо... плохое настроение было, она меня сбила. Ты знаешь, когда у меня плохое настроение, я пиздец, типа, я прям пиздец. Все норм, правда. Сейчас, ребят, короче, у вас есть еще, блядь, я не умею считать, мне похуй, около 13 минут. У вас 13 минут. Куда ты, блядь? Нет, соло вообще не стоит вообще. У вас 13 минут. Если мы наберем на каре больше кэша, то я сама лично, естественно, ниже, чем ты хочешь подстричься, да? Ниже ебану, просто тебе же как пруф того, что ты действительно это сделаешь по сукам. Покушать хотите? Ну да, но мы, я как отдельный стрим хочу, чтобы ты меня подстригла. Так что под каре. Короче, ребята, я подстригу по внешнему моменту, чтобы выше ты так чуть ниже, чем ты хочешь. Да, чтобы тебе потом, если что, нормально. Да похуй, я просто хочу, чтобы больше было. Но мы уже так обсуждаем, как будто уже за нами. Да, пожалуйста. Но еще нет, еще оставить как есть. 12 тысяч на каре, и оставить как есть 10 тысяч. Так что... В смысле, я не понимаю, ты донатишь и туда, и туда. Ладно, пранк. Блять, го-перемена, сначала 10 тысяч донатил го-перемена, а потом 5 тысяч. Ладно, пранк. Блять, дурак. Спасибо огромное тебе за 15 тысяч, бро. Ну все, больше никто не донатил. Спасибо огромное. Ладно, пранк. Ну что, реально, хватит. Да хватит мне ебашить, блять. Ты можешь прекратить. Нет. Угомонить свое поведение. Вот это видео? Камень, ножницы, бумага, нахуй. Кто кого? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, первый. Я камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ну, да ты трясешь, блядь, вот так вот. Произноси, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты охуел, блядь? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Да охуел, блядь! Да ты меня уже ебашил, зубоёб! Ты меня уже бил! Отъебалась от меня. Плюха прилетела. Нихуя себе! Да у меня аж мозги вылетели, мне кажется. Ну реально, хватит, котик. Ну чё вы? Ну пиздец. Ну мы же на вайбе, наоборот, на хорошем. Вообще никто зла на самом деле не желает, а мы накручиваем себя так, как будто бы тут происходит какая-то война. Вот так вот, скажите, вот так вот стрим вообще заебись, так вот. За что Наташу, блядь? Ну, бля, ну Наташа это Наташа. Блядь, Эвелина! Что? Она привыкла, блядь. А, ты, кстати, ни одну цель, по-моему, не выбрала. А, нет, ты каре выбрала? Нет. Ты че, каре выбрала? Я ничего не тебе выбрала, просто который классный. Да, Зай. Она не задумывалась. Это я. Если жду 5 тысяч в минус и туда. Все. Прости. Ты на каре. Это считается в каре, я считаю. Ну да, раз уже так, да. Типа, вышло, то... Ребят, помогите, пожалуйста, чтобы мы оставили все как есть. Я дура. Чат решает. А что, реально, если что? Да. Серьезно? Да, должна была там цель выбрать еще. Ну, блядь, я если так выбрала, типа, мне уже назад никуда не надо, потому что мне аудитория просто потом этого не простит. Кредит доверия пропадет. Кто ты пернул? Ты пукнул. Я не пукал, нет. Там клип «Очко Кинцухи». Боже, можете поудалять, пожалуйста? Модератор, блядь. Так вообще стрим заебись.
Да, блядь, не обижай моего друга, блядь. Когда я на тебя поебываюсь, она говорит мне, не обижай моего друга, блядь. Ну, подожди, пожалуйста. Ну, ты что, зайка? Опа, еще 7 тысяч, блядь. На каре. А, ты на каре, ну ты, алло, помог, нахуй. Куда ты, нахуй, помог? Ну все, мне некому спасать. Подожди, сколько времени? Ну, 10 минут осталось. Да. Сдачу. Да, я поеду, что в конце сдачу. Ес, ес, да. Моя, блядь, дай. Моя. Какой налысо? Нет. Только за миллион долларов. Миллион долларов в моем кармане. По какому курсу? 30 рублей? 80. Охуело. Блядь, у меня истерика, нахуй. Я вчера вложила все деньги в доллары. Ши! Я в минусе на 500 000 рублей. Да. Бля, на самом деле, слушай, насчет каре, мне кажется, тебе не пойдет. Да. Сори, не знаю, мне кажется, еще все равно. Тебе до этого шло, когда ты была... Она была совсем другим человеком, у нее были другие зубы, другие губы. Да, да, да. У нее она выросла, у нее лицо такое взрослое, она красивая, она женщина, понимаешь? Она девушка. Она была девушка? Она была девочка, а сейчас она девушка. Она красотка вообще. Она Наташа бабушка. Очень расцвела за последний год. Я просто была с ней, когда она еще была, как бы, блядь, ну не очень. Какая она со мной. Я тоже была не очень, пиздец. Но мы всегда считали друг друга самыми красивыми, очень искренне. Но мы сравниваем просто. Я думаю, вы тоже, типа, когда чекаете свои старые фотки, думаете... Так выразила смешно. Тоже думаете, ебать, я был не очень. У меня нет старых фоток, к сожалению. У меня есть. Нет, я их все удалила. У меня пиздец. Я вообще, когда смотрю на себя год назад, я думаю, пиздец, я не Никто их не найдет. Типа, они были детские твои. Никто в жизни не найдет мои старые фотографии. Вот это я вот, у меня реально... Сука, каминус морда, блядь. Каминус морда, блядь. Что ты сказала? Каминус морда, блядь. Ребята, спасать, оставить все как есть, пожалуйста, пиздец, ребят. Осталось, нахуй, 8 минут. Давай, если оставить все как есть, получается, ты сходишь со свадьбы, если оставить все как есть. Да что ты, блядь. Ну, давайте так договорим. Да что ты, блядь. Давай так договорим. Да что ты. Ну, а чё? Каминус и бумага. Я, все я, все проблемы решаем каминус и бумага. Я плюху тебе сразу даю. Цуефа. С ножниц начинаем. Цуе ножницы, цуефа. Цуе ножницы, цуефа. Я у тебя выиграла два раза. Цуе ножницы. 1-2. Мы не с ножницами? Она не знала, она типа, когда второй раз была, она ножницы въебала, думала, что снова. Да, я думала. А, нет, она въебала эти камень, потому что думала, что сразу. А ты въебала ножницы. Я не могу понять, нахуй. Вот ты, блядь, обманщица, ебаная. Цуефа. Обманщица ты? Ты, блядь, я при чем здесь? Я все честно делаю. Я ей говорю, обманщица. Я спросила, мы с ножницами, ты говоришь, да. Цуе ножницы? Цуефа. Еще один повышенный тон в этой квартире. В этом. А потом опять ножницы? Я начну драться. Давай подеремся. А потом опять ножницы? Поделимся. Нет, подожди, я никогда так не играла. Первый всегда ножницы, а потом уже как пойдет. Нет? Давай, цуе ножницы, цуе ножницы. 2-1. Цуе ножницы, давай, цуе ножницы, цуе фа. До 3 побед. Цуе фа. 2-1. Цуе фа. Цуе фа. Блядь! Ну почему? Собачка. Ну почему? Я просто всем проигрываю. Жожа, блядь. Я так начну. Я же тебе сказала. С этих детей надо учить. Снюсоед ходячий. Реально. Вот так выглядит настоящий снюсоед. Вы найдете Хорошая его только... Хорошая шутка. Заткнись. Только в Красной книге Российской Федерации. Пожалуйста, нет. Наблюдайте. В своей среде обитания находится. Пожалуйста, посмотрите. Вот его, блядь. А, мне сюда, кстати, блядь. Почему? Не знаю. Ебашь тут. Причем? Да, блядь, я говорю, там синяк, она мне по синяку ебашит. Ну то, что не бей моего друга. Я за Вадю. Я за мир. Давай один раз тоже ебану. Так, ладно, ну честно будет, ну честно будет. Нет, давай, 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 давайте заживем. Средний онлайн, Наташа. Давайте заживем. Блядь, ты мне такой гвоздь, блядь, прибил, дурак, что ли, совсем? Ебать, он тебя уебался. А если я, блядь... Очень жестко, Наташа. А сейчас как хуйня. Это не так, но, Наташ, как? Руку отодвинь чуть-чуть от него и забей. И не прислоняй руку. А. Да.
Прости, пожалуйста. Да нет, слава было. Слава было. Я вас люблю, чат. Пожалуйста. Я как будто вот этой хуйней прямо косяшку ебал. Я когда тебя уебал, ты ебать назад кутюцка. Где, блядь? Ой, где я нахуй? Извините, пожалуйста. Может, Алсу и будем... Помогите нахуй, пожалуйста! Если бы сейчас закинули 5 миллионов рублей тебе одним донатом, я знаю, что это невозможно, но если бы такое было, ты бы на Алсу хуйнула? Нет. 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 А за 20 миллионов? Нет. Сейчас прям. Прям вот сейчас налички тебе дам. Хотя есть, блядь. А за карту? 60 миллионов даю сейчас. А за карту из Орла и Решки? О. На полдня. Нет. За это можно вообще пиздец, за полдня можно столько денег въебать. Не, машину нельзя купить. Можно. Квартиру. Можно. С хуя. Так. Работает золотая карта, я видел, Варя Решкин, да. Все покупали. Это все правда. Сука, дурачок. Ты могла бы найти, Буратино, ты могла бы найти друга, у которого есть бизнес, и вкинуть ему этой картой оплатить 100 мультов. Да. И потом на налоги отдать, но все равно. Тоже хорошие деньги. Нихуя. Да. Не, я бы... Поздравьте меня, пожалуйста, с наступающим днем рождения, вы классно. Лейся, не леса. Спасибо большое. За 200 гривен сальто сделаешь? Я не смогу сальто. Будь здорова. Здорово. Прошу прощения. Будь здорова. Прошу прощения. О, это мне деньги? 200 гривен. Спасибо. Ой. Я 5к. Хорошо, что ты смотрел. А 5к луны куда идут? 5к луны на каре походу идут. Ребята, не 3 минуты каре. Спасибо, чат. Спасибо. Нет, я отвернулся. Точно? Да, ты сейчас начала, я такой, оп. Оп. Точно отвернулся. Да, это видно, можешь пересмотреть. Блин, я не посмотрела. Ты чего, мой канал хочешь забанить? Да нет, сиську только я мог не увидеть, потому что там типа вижу с этой стороны. Так ты не смотри, блядь. Да я чё, она резко, оп. А ты не смотри? Пиздец, сиськи показывают мне, что за жизнь такая, блядь. Ты вообще асексуальный парень вообще-то. Что за жизнь такая, блядь? Тебе вообще должно это просто выглядеть как просто тело обычное, понимаешь? А не как сексуальный какой-то фрагмент, понимаешь? Понимаешь? Почему ты решил, что я сексуален? Ты сам в ТикТоке говорил, у меня ТикТоки, блядь, твои нарезки, да. Нахуй, каждая нарезка. Я сексуален, мне вот не нравится, я даже не дрочу. Это правда. Ты такой тактильный. Такая тактильная. Блядь, друг друга, блядь, трогают за письки, сиськи. За сиськи мы не трогаем. 5 колонны идут в каре. Да, спасибо большое, Соло, близ. Спаси меня, пожалуйста, ты единственный. Две минуты. С Луной, кто донатил. Две минуты. Ну все, он на каре, блядь, хуярит. Пиздать я. Сука, я тебя не прощу, Денис. Я тебя не прощу, я реально тебе говорю. Привет, передайте Насте, пожалуйста, Жужо Зайка. Настя. Привет, Настя. Настя, привет. Настя, привет. О, 200 рублей. Гривен. Я недавно, короче, почтальону нечаянно вместо 100 рублей дала 100 гривен нечаянно. Но да. Если 5к луны оставить как есть, то по идее я тебя спас. Че? Наташа, не доверяйте насчет реакции вообще. 5к луны оставить как есть. Ты такой, надо... Денис. Я тебя спас. Просто донатим. Донатим. У меня пинг 100, блядь, зай. Ой. Ой, ай, ой. Осталось 1 минута. Денис, сука, если ты мне оставишь... в каре, я говорю, я тебя не прощу просто. Давай в каре все-таки. Катюша, 3,5 евро донатит. Люблю Амину очень-очень, Аня пишет. Спасибо, твоё. Аня, большое тебе. Пиздец. Прикиньте, евро стоит сейчас уже 90. Неплохо. Неплохо. Профессиональный взгляд Амины Мирковой. Я не понимаю, ну, блядь, ну реально. Ну, блядь, раньше-то выводил, блядь, сабок, блядь, сколько? $100 приходило, блядь, 30, когда курс был... Тебе приходят 3000 рублей, блядь. Кстати, сейчас, нахуй, приходит, блядь, 8000 рублей. Это, блядь, денег больше стало у всех. Нет, это понятно. По факту, а в России? Денег-то больше стало. Импорт, фермерские продукты, денег-то все будут дорожать. А это надо мне не ебёт. Пиздец. Денег-то больше стало. 8000 вместо 3. Я это, тоже, блядь, не то заработок. Выбрал, ладно, похуй. Пассивный еще можешь стать. Не, слышал, так ты понимаешь, что все дороже станет? Я тоже не понимаю. Наташа, где ножницы? Какие ножницы, бля? Уже 40... Не. Ножницы где? Нет, я продлеваю до 18:00. Да никто не спрашивает, нахуй. Что за хуйня, блядь? Я не прощу тебя. Я спрашиваю, ножницы. Я тебе не скажу. Ножницы, говори. Нет, я тебе не скажу. Пошли искать. Нет, не скажу. Я сейчас принесу...
просто будешь ходить. Не хочу отпускать тебя. Блядь, я их пыталась сейчас остановить, просто они мне не хотят останавливать. Пизда, блядь. Амина! Сюда иди. Наташа, это просто волосы. Наташа, это просто. Блядь, я их растила нахуй 5 лет, давай. Вот так. Давай. Хуя себе. Ну давай, блядь, сюда, все. Ебать, хуярит. Вообще кого-то нет сюда. Это же нарощенное, мне похуй. Так это все. Так это, Зай, вот это мое каре получается, все, ты за меня подстригла. Подожди, дай я пакет. Куда? Так люблю, когда пальцы пахнут. Блядь, ну пиздец. Вам похуй. Блядь, друг напротив друга. Это нарощенный, ребят, мне все равно. Это не мои волосы. Мои волосы вот посюда, типа, если бы я их сюда резала, то... Нет, Зай. Нету? А, давай. Все норм. Где у меня грудь? У меня нет груди. Да, блядь. Ой, ой. Я просто параноик, типа, на всякую грязюку, чтобы она потом... Сейчас, подожди, сейчас я уберусь потом заяц. Не, я знаю, просто она потом... Ну, пизда. Я думала, меня спасут, наоборот. Ну, нет. Ты готова? Знаешь, сколько это росло? Знаешь, сколько это росло? Знаешь, сколько это росло? Не знаю, у меня нарощенные. Блядь! Не надо! Зай, вообще нихуя не изменилось. Давай еще чуть-чуть. Нихуя не изменилось. С другой стороны, подругай, 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 подругай. Они такие типа мягенькие, бля. Давай, давай, давай. Потом можно на Авито продать. Меня напопалось. Чат, я предлагаю въебать сердца в поддержку Наташи, подписаться на ее канал, потому что нет, это действительно это не поможет. Для каждой девочки, это у кого не нарощенные волосы, для каждой девочки, у кого не нарощенные волосы, это тяжело. У нее очень долго растут волосы, я ее понимаю. Это не поможет. Знаешь, как это росло? Это росло полгода нахуй. Какой-то стрижечка, смотри, хорошенькая. Профилируем, да, обязательно. Пиздец, Денис, я тебе не прощу нахуй. Я тебя увижу, вот так сделаю, так... Да ничего не изменилось все равно. Смотри, как ровненько, красивенько. Разная длина вообще. Да? А где короче? Давай еще чуть ебанем. Наконец-то Вадю пусть. Вот и каре! Будет жить тут. Амина, попроси Илону. Наташ, знаешь, что самое главное в жизни? Кайфовать. Ты сейчас кайфуешь? Охуеть, как кайфую, Зай! Я кайфую, поэтому вот я беру в жизни Зай. Меня так и не добавила. Я бы в жизни с тобой так не поступила. Не, не надо. Меня так и не добавила, вот тебя и каре. Куда добавила, блядь? За скамень. Жож, ой, Наташ, как бы это видела, если бы я тебя реально сейчас отрезала вот так вот? Кто? Вот я бы тебе сейчас отрезала челку. А, я бы... Ты бы сильно расстроилась? Да не, просто. Реально? Я бы очень сильно расстроилась. Если бы ты так со мной поступила. Давай. Зай, я растила эту челку, ты знаешь сколько. Зай, я растила ее как тварь. Похуй! Это уже мои волосы. Блин, но... А следующие волосы вы увидите на следующем стриме. Нет, мы, конечно же, она подстрижется под нормальное каре. Это был не байк. Просто так как я не парикмахер, я не буду этого делать. Не буду брать ответственность. Нет, на следующем стриме, послезавтра, ты просто возьмешь вот так вот волосы. А почему сейчас мы не можем это сделать? Потому что у меня... Стресс. Ладно. Вот. Послезавтра ты просто придешь ко мне. Или... Смотри, вот это твоя сторона, Жош, а вот это вот Аминина. Вот так хорошо. Давай сейчас. Ты умеешь подстригать волосы? Да. Послезавтра? Да, а давай твои ёбнем. Давай тебе ебало ёбнем. Осуждаю. Давай. Нет. Давай. Ну ты по приколу, что ли, вообще тебе? Я не буду. Подожди ты, блядь. Только чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты так много отрезаешь, Жожа! Ты вообще ебло! Это очень много, Наташа. А карается, я отрезал меньше, чем ты сказала. Ты сказала? Ой, ебать, я... Блядь, он еще... Ты вообще ебло, блядь, ты даже короче подстричь, чем надо! Да? Ты показала вот столько, я отрезал вот столько. Давай подровняем. Не надо равнять! Похуй, пусть будет лесенка, блядь. У тебя лесенка красивая, пиздец. Да что ты, блядь? Как будто лесенка в Мюнхгаусе. Знаешь, салон центрифуга, блядь. Я идеальную лесенку сделал.
Это можно? Это фиксится, я не отрезал столько, то, что нельзя пофиксить. Ну, пизда, Жош, это... По минималке, да, прошёлся? Это ниже. Это моменталочка, нет? И как это называется? Ну, это чёлка, типа, идея. Я не знал, что у тебя чёлка. Я не знал, что это чёлка. Я думаю, это уже там... Ну, это чёлка. Да не, она так же, как и эта. Смотри, она идеально. Нет, не смотри. Ну, вот это просто секущий снег, так отрежется. Пиздец. Из какой у тебя диалог будет с парикмахером, когда он спросит, а чё, куда ходили? Какой у меня диалог завтра будет с моим мастером, когда она увидит вот это. Я много отрезала, кстати, или нет? А, ну, вот столько. Не, короче, ты... О, пиздец, я не готова к этому каре, я не готова. Показать, а почему донаты не работают? Нет, каре под стрижом просто... Не короткий. Я не представляю себя с каре вообще. Ты представляешь себя с каре, Зай? Это что, мой телефон? Нет, я себя не представляю с каре. А Варпач еще написал, что? Мне не подходит каре. Придется взять эту боль на свой счет. И я возьму это все. И я болен тобой. Говорю лицо, мне нужно больше и больше еще. Придется взять эту боль на свой счет. Что за наебалово? Это не каре вообще? Так я говорю, я типа просто не на сегодняшнем стриме сделаю. В смысле? Блять. Они просто сегодня, знаете, типа предварительно. Попугали меня. Мне очень нравится. Лесенка нравится? Да что ты. Не, мне, кстати, мне кажется, мне каре подойдет. Вот, ты же была не готова назад. Я была не готова к каре. Кажется, мне каре подойдет. Я реально была не готова к этому. Че, ты рада? Переживаешь? Ну как рада? Я не рада, не сильно. Не сильно. Ну как не сильно? Ну че вы, блядь? Она. Что? Если есть в кармане пачка. Мне кажется, пойдет. Сигарет. Думаешь, да. Что? Луна говорит, что мне каре подойдет. Мне тоже так кажется, Зай. Просто вообще... волосы назад убери и сделай вот так. Все, каре. Вот так будет выглядеть. Бля, нет, секси. Секси очень. При том, что у тебя узкие плечи, ты сама худенькая, у тебя будет подчеркиваться все. Я как буду девочка после с каре. После расставания это обычно дает нормально. Да что ты! Я, кстати, тоже после расставания хотела и было каре. Я очень хотела. Пойти к психологу за 5к, подстричь каре. Yes. Я прям поняла. Я прям подошла к зеркалу, я помню, я серьезно, я подошла вот так, типа вместе со своими волосами. А нарощенные типа стоят пиздец дорого. Типа у меня волосы стоят. Сколько твои? У нее еще дороже, у нее детские волосы, а у меня, блядь, славянские. 1040. Просто. Это только волосы могут стоить. Да, у меня стоили 100 тысяч волосы. 100 тысяч? 100 тысяч? 100 тысяч волосы и 45 или 80 работа у меня стоило. А у тебя ты настоящий? Барановый, 180. А ты знаешь, что, а сколько у тебя капсул? Сейчас на голове 250, но всего 400-500 купила. У меня еще волосы очень лежат. Очень странно. Знаешь, почему? Потому что у меня детские, они у меня уходят 60-70 и 45, ну, не, ой, 30 коррекция. Я 100 дала. А я купила очень много волос, у меня еще а волосы есть. Потом, а, ну тогда там ясно. Не чувствуется, да, капсулы? Вот, чувствуется. О, да. Чувствуешь? О. Такие как будто вши, знаешь? Да, как будто... Нет, я называю это муравьи. Это как будто кнопки для этих, для зато сигарет. Зато смотрите, как секси выглядит волосы. Так, нельзя лопать? А вдруг я потом, знаешь, короче, сделаю каре, да, потом наращу, пиздец, уёбищно будет выглядеть. Нет. Я вот только сейчас осознаю, типа, каре. Зай, тебе подойдет. Ты всю жизнь ходила с каре. Ты всегда красивая. Ты понимаешь, что твое красивое лицо, твою замечательную, красивую, женственную фигуру, твои руки, плечи, это не отнять никакой прической. Даже если, ну, если ты будешь лысая, тоже под вопросом. Но, типа, каре... Я только... Лысая прикольная была. Я только осознаю, типа, насколько долго... Мне нравится. Лысые. Не прям лысые, прям типа лысые, которые, вот по тройку подстрижены, они вот нормально, более-менее типа выглядят некоторые девочки. Некоторым девочкам идет реально идет, вот, когда по тройку, по четверку, под пятерку стригутся. Нет, не знаю, мне, например, очень тяжело мыть голову. Но у меня уши. У тебя нормальные, блядь, уши. Что за тупые эти, Наташ? Слышишь, тебе за это будет еще легче мыть голову, сушить.
Я сушу и мою голову часто, понимаешь? Да. Очень тяжело. Я тоже. Ты пакет забрал, Луны? Я привезла. Да, привезла. У кого? Осуждаю. Знаешь, все так притихли в этот момент. А чё? Алиса. Давайте все обнимемся. Следующий трек. Давайте все обнимемся. Ой, ты уебать, ежи нахуй. Да. Жожа Налоса за сколько? За сколько постригся Налоса? За лямчик постригся бы? Нет? За два. Я потом себя ненавидел, блядь. Три. Три миллиона. Три миллиона прямо сейчас. Карта Орла и Решки. Карта Орла и Решки. На полдня, блядь. Наташа, можно ебать. Карта Орла и Решки. Хорошо. 10 миллионов рублей. Прямо сейчас. Наличкой. Я прям. Жожа, который вчера весь день ныл, что кресло тварь неудобное, блядь. Да-да-да. Качается. Кайфует, блядь. 15 миллионов. 20 миллионов. Может, опа! Мы нашли слабое место. Я бы прям, если прям сейчас бы закинули. Если прям сейчас закинули на 3 миллиона, я бы на вас скинулась. 3 миллиона? Да. 3 миллиона. Я бы спокойно. Сейчас? Да. Без пиздежа. За 3 миллиона. Кстати, это прикольно выглядело. Амина, если я закину. 3 мульта? Эти клянусь. Не, мне наили. Я не знаю, как тебе сказать, Натуре. Ебать. Да похуй, ну, под ёжика. Ебать. Под ёжика. Ну да, под ёжика. Не прям лысая, пиздец, а под ёжа. Ещё. Ебать, чел. Всё в радугу, ебать. Я пухнула. Фу, блядь, Амина! За сколько пухнешь мне в рот? Да кому? Ну не мне! Амина! Готов? Нет. Ну, бери жопу свою, блядь. Я срываюсь, готов. Убери, блядь. Мы взлетаем. Атомная, убери, блядь. Блядь, Амина пирожку мне, убери, блядь. Блядь, да, блядь. Я все равно что чувствую, блядь. Блядь, она сидит в маске, нахуй, ей плохо. Она пердит, блядь, и ничего не чувствует. По-любому, когда дома сидит, пердит и сама нюхает свои пердежи, блядь. И кайфует с этого. Прям вот так это сюда, да. Не, по факту, мне кажется, так и есть. Слышишь, ты прям кайфуешь с этого. Да, конечно. Я кайфую с вашей реакцией, если честно. Я даже сейчас не пукала, если честно. Да? Да. Воняло? Воняло, честно. Блять, меня обманули сейчас, наебали, получается. Твоя сука меня любит. Да, походу, твоя сука меня любит. Подожди, ни у кого из нас нет суки. Мы все одинокие. Да, да. Ребят. По факту. Ребят. Когда осознаешь опять это, знаешь, такое странное ощущение. Ой, бля, не пизди, нахуй. Тебе же давно парень появился. Мы все об этом знаем. Аня, завтра? Да шучу я, блядь. Просто Вадик вчера без скорости ел. До 6 утра. А так, парня нет. Долбоёб, блядь, ебаный. Долбоёб, блядь, у нас здесь шип-контент, блядь. Через прогиб кину. Куда ты кинешь, блядь? Сука, ебло, блядь. Да, блядь, микро, блядь, не трогайте. Хочешь попробовать? Хуйня. Поэтому мне даешь после того, как хотела меня отпиздить. Как хочешь, пиздец, вкусно. Ну дай попробовать. Нет. Оно стоит с вчерашнего дня. Что? Фу, бля. В смысле, это чай? Это молоко. Чего? А, это чай? Нельзя я думал, пить. Я думал, это с молоком. Я слышал, хуйню, что нельзя пить воду, которую уже пил. То есть 12 часов проходит. Просто появилось слюни. Тут 12 часов не прошло. Прошло, Наташа. Прошло. В смысле? 24 часа. Так, Наташа, сказать. Сейчас? Нет, не со вчерашнего. Это шоколадница, которую я заказывала не с тобой, не с вами, а сама по себе ночью. Когда? Ночью, блядь. Утром. 8 утра было. Наташа. Еще час до 8 утра, ну, чтобы 12 часов прошло. Так что пей. Что? Это чай, блядь? Он вообще может в сутки стоять. А кто щекотки боится из вас? А у вас в детстве так говорили, что если вы щекотки боитесь, то вы ревнивый. Я боюсь щекотки, пиздец, но я вообще не ревнивая. Да?
Я боюсь. Абсолютно. Я не понимаю, что такое ревность. Типа, я даже хотела бы испытать что-то такое. Ревность, никогда не ревновала? Да, никогда в жизни. Я не понимаю, что это. Типа, для меня, если у тебя есть человек... Жоржа, не трогай письку, блядь. Просто самоуверенная, может быть. Ну, типа, знаешь, для меня, если человек мой, то все, он мой. Как бы я готова человека делить на его друзей. Мне абсолютно говорят, пускай он где-то гуляет, общается с девчонками. Пускай общается с девчонками, там, кайфует, не знаю, делает, что хочет. Ой, сори. Главное, чтобы тебе человек не изменял, ни с кем не флиртовал. Если он мой, типа, ты его попадался когда был? Давайте было, не было, поиграем. Давай. Было ли у тебя такое, что ты переделал в такси? Такси, да, было. Короче, рассказываю. Я специально после этого сказала, а там окна были сзади заблокированы, я не могла сама открыть. Я говорю, не могли бы, пожалуйста, окно открыть, что плохо, мне душно. Да? Да, чтобы... Я вот так вот сидела, пока он не видел вот это. Я в бизнесе? Блядь. Я ехала один раз в экономе в пропёрженном такси, вот это факт, типа. Я потом после этого раза ни разу эконом не заказывала. Не, ладно, заказывала. Потом въебала там кофту Витмо, и после этого я ни разу не ездила. Я не святая на пятый год, и даже если вижу блок, то я не раскрываю рот. Вот месяц, так кажется, Ванёк не пришел на стрим, теперь Жожо плюс Амина пока шип. Сладко знатила, 10 рублей. Ванёчек твой пропадает. А где Ванёчек-то? Ты даже Ванечку своему не позвонила, он даже не в курсе, что ты здесь. С Аминой шиперишься. Да, к ней подходишь, обнимаешь, ласкаешь ее, нюхаешь ее, пердешь. Она тебе пукает, ебала, понимаешь? Пока Ванечка, У меня бровь начала трястись. Пока Ванечка сидит дома один и смотрит вот на стрим. Решил контент, да, завести хоть раз за 10 лет. Да что ты, блядь. Да что ты, блядь. Да что ты. Ну просто подумай, насколько сейчас Ване больно на это смотреть, насколько Ваня сейчас ревнует тебя. И ты просто играешь на его чувствах. Я считаю, что это некрасиво. Эгоистично по отношению к Ване. Я просто сейчас ай, второй, блядь. Третий, блядь, четвертый. Я же считать начну. Я на такую игру прикольную, где люди становятся по кругу, и в центре один чел стоит, и они ему все под затыльником хуэр, но выглядываются с другой стороны. Давай тебе вопрос, что у тебя не было. Давай, давайте мне вопрос. Было ли такое, что очень сильно воняло потом и не знала, что делать? От меня? Да. Вот ты чувствуешь, что ты понимала, что вспотела, забыла дезиком помазаться. Угу. Вот ты где-то тусовалась и чё? Было. Чё-то... Было, конечно. Что ты делала? Я думаю, со всеми было такое. У меня было. Да ну не. Да было со всеми. У меня не было такого. Типа, мне кажется, со всеми такое было. Типа, знаешь почему? Потому что, ну, как минимум, не все мы идеальны, не все мы роботы. И все мы по теме. Да, мы все по теме. У меня... Типа не было такого, что в общественном месте где-то я забыла помазаться дезиком, и от меня начало пахнуть. Я когда был в Киеве вот недавно... А я волнуюсь очень сильно. Я когда был в Киеве недавно, у Вади не было такого, который пшикать, у него такой этот... Мазать которым. И я один раз там попшикался, я просто мылся. Я попшикался только когда... Я у Симпла был, у него был этот, блин, мне дал попшикаться нормально. А чё? В смысле мазать это наоборот удобнее? А вы знали то, что дезодорант и антиперспирант это разные вещи? Вот для одного человека использовать. Так ты можешь салфеткой там промазать. Ну, это, конечно, не убьет твои бактерии, но... Ну, бактерии, которые на антиперспиранте. Понятно, поэтому трусы. Нет, а ты знаешь, чем дезодорант от антиперспиранта отличается, знаете? Да, очень интересно. Чем? Да, то, что используется газ, и он не разрушается. Нет. Дезодорант, он именно убивает бактерии, но не убирает пот именно, саму жидкость. А антиперспирант, он именно закупоривает поры, и из тебя жидкость не выходит. Я никогда дезиком не пользовалась. Никогда? Нету, да. Я думаю, что ты воняешь. Хочешь, воняешь. Есть такие люди, которые не воняют, просто их вот не идут. Нет, в смысле, как? Это же бактерии, это нормально. Это просто не идут. Это дайзик хуёво. Бактерии? Я пришла к ней на мою, говорю, дай дезик после душа. Она говорит, у меня нет. Да, ну... Нифига. Да, но все люди потеют, но может, у кого-то просто не воняет. Ну, я ходила, ну, когда у меня такие чрезвычайные ситуации выходили, Мы даже поняли, что ты вонючая. Типа. Нет! Да. Спасибо большое, Денис, за 5 подарочных подписок. Спасибо огромное. Я, ну, ходила в ванную, типа, и старалась. Почему как-то... Денис, блядь? Стоп, плиз.
Соло приз. Ну просто он донатил нам на каре и оставить как есть деньги. А он Денис? Да, он там подписан Денис Соло. Нахуй ты говоришь Денис, блядь. Да. Денис Денчик, ёпта! Я ходила в туалет и пыталась намочить салфетку. Не против? И все, истребить этот запашок. Либо, либо надевала чью-то кофту, либо ездила на крайний случай переодеваться полностью. Ну, типа, я очень, очень парюсь на этот счет. Но, типа, я не перевариваю людей, от которых пахнет потом, если честно. Я тоже не могу. Вообще. Я напрямую им сразу говорю, типа, чел, от тебя пахнет. Ты меня воняло, да, часто? Нет. Я от тебя ни разу не чувствовала, что от тебя пахло потом. Только каблукой. Да, от тебя чем-то другим воняет. Я такого не чувствовала, Джожика. Вот. Так. Эвелин, вопрос. Я пользуюсь гель-душем принцессы со вкусом воздушный шоколад. А я пользуюсь шампунем гадкий я. Кто не спрашивал, говори. Задавай вопрос. Кто-то опять пёрнул. Я клянусь не буквально. Ну. Я вопрос задам? Нет, она даже должна. Сейчас я думаю. Сложный вопрос вообще придумать. Ну да. Чат, помогайте, давайте помогайте. От вас тоже вопросы. Сейчас, я вспоминаю. Было ли такое, что ты... Ну, это такой вопрос, конечно. Было ли такое, что, например, ты заказывала что-то на Алиэкспресс? И заказывала что-то. В секс-шопе. Заказывала что-то? В секс-шопе нет. Ни разу? Нет, не заказывала. Приходила, покупала, но не заказывала. Чем покупала? Рассказывай. Чем покупала? Для писки бр-бр-бр. Да. А что было? Что было? И, а что плохого? Что плохого в этом? Я там 50 кусков отставила, больше не приходила. Вставила прям? Да. Вставила в кассу. Не, а что? А вы были там? Я не была в секс-шопе ни разу. Я была. Ни разу. Вы не были? Я не была с парнем. Я не была ни разу тоже. А ты что покупала? Он купил бур-бур для письки. Бур-бур. Блядь, там вот такой маленький бур-бур. Знаешь, сколько стоил? Вот он размером. 10 тысяч. 25. 25? Нет, то, наверное, от фирмы. Да, там дорого. Вот такой. Я говорю, там 50 тысяч стоил. Ингалятор, блядь. Вот такой вот размером. Да. А что покупала? Вот то же самое. Да? Да, но я с подругой была. Не, я, если что-то покупаю такое, типа, интересное, то только заказываю. Конечно. Анонимно. Она мне вибратор дарила. А что ты заказывала в таких магазинах? Ну, бур-бур-бур. У нее все виды бур-бур-бур есть, блядь, чтобы вы понимали, нахуй. Она... Неправда! Да, да, и она подарила мне, блядь, самый большой, который есть. Куда мне его засовывать, блядь, в жопу? Ну, вообще, да, там он и для того, и для того. Он типа... Он, короче... X2. Он типа, он вот... Два в одном. Он вот такой вот, типа. Вот, вот с этой стороны штучка. Это кролик называется. Да, кролик. Нихуя да, себе кролик. Я знаю. Там был... А с одной стороны он вот такого, такой толстый, огромный, блядь. А с другой вот такой милипиздрический. Да может это сразу и туда, и туда. А куда огромный засовывать? Он слишком... Туда, а это, короче, туда сверху. Вот так. Сан, слишком большой, вот не засунуть. Ты засовывала его туда? Ничего не засовывала. Жош, а ты заказывала себе что-нибудь? Нет, никогда. Попку резиновую. Нет, я просто искал, я просто, короче, на Озоне узнал, что есть какая-то хуйня, я просто смотрел. Этого хватило. Ну ты ни разу себе ничего не покупал, там анальные пробки. Ну, мало ли. Я один раз был в этом секс-шопе. Мы там с этой, я там был с Ариной. Мы там просто для фотосессии все искала эти маску зайца. Я помню. Вот это единственный раз был? Да. Понял. Хотите, я чат покажу, что мне Жожо подарил? А было ли такое, что ты воровала в магазине? Да, нахуя. Нахуя? Да, я тоже. В Армавире, что ли? Да, я по 6 киндеров так. Ебать! Это что такое? Мне сейчас съем, завидует. Жора подарил кофта с Hello Kitty. Просто это единственный человек, который Hello Kitty любит. Да? Да, я увидел его. Да, он, кстати, тоже обожает Hello Kitty. Правда? Он обожает. Да, это знаешь, насколько это легендарная вообще пиздец? Да, там, кто понимает, это кстати, пиздец. Легендарная хуйня, потому что он в ней очень много разных стримов проводил. Да. И что, потел в ней, вонял, короче. Да, это там была хуйня в том, что...
Я дарила же кому-то, потом спиздила брат. Серьезно? Да. Ребят, мне потом ее заберут. Не-не-не, я не заберу. Ты хороший человек, я там у плохого забрал. У какого? У девочки тоже? Ну, ты знаешь же, нет? А. Я как Пол. Да-да-да. По наследству. Давайте следующий вопрос, Жужо. Амин, придумай ты вопрос, у тебя нормальный вопрос. Нормальный вопрос, мне наоборот, потому что не самый тупой вопрос. Нет, интересный. Нет. Чат, придумайте тоже вопрос. Раз у меня был вопрос, у бустера нашел. Всем вам задаю. Давай. Было ли у вас такое, что вы общались с человеком исключительно, Алиса, потому давай. Что... Исключительно потому, что вам от него было что-то нужно. То есть... Вспомните, подумайте. Вообще ни разу такого не было, даже намерений не было. Вот какая-то цель у вас есть, что-то нет. Там... Нет, ну я мог начинать, потому что думал, что это что-то будет. Но потом это там буквально пару дней я просто начал общаться с ним. Типа мог начинать общаться с кем-то и просто уже из-за дружбы, да. Да. Но мог вот сначала подумать, ну блин, ну что-то может там получиться. Типа, ну это один раз было у меня такое. Не, я всегда общаюсь с людьми ради вайба, типа. Если я не знаю, если неважно, человек популярный, вайбер непопулярный. Держа, например. Неважно, человек популярный, непопулярный, или он там. У него что-то есть, типа, изначально я ищу в людях какой-то вайб. Если я их заметила, я с ними стараюсь общаться всегда. Вот, если, ну, блядь, какая разница, типа, у него бабки есть или нет, у него популярность есть или нет. Просто с ним находишь общий вайб, и все, и общаешься. Потому что тебе по кайфу с ним общаться, общий потому вайб, что вы схожи. Общий вайб, свэк. Потому у что меня... у вас общие интересы. У меня было такое, у меня был в жизни человек, с которым я общалась... Но с которым мне был неинтересен, но который давал мне очень много эмоций своим общением. Ну, и это, кстати... я общалась, чтобы черпать эти эмоции. Но... А какие эмоции? Ну, типа... Положительные. Положительные. Ну, типа, с чем они связаны? Просто чувства. Весело было. Да, mm-hmm. было весело, шутки были пиздаты. А сам человек был неинтересен, но был с говном. Как так? Типа, ну, то, вот. Что он плохой человек был? Да, плохой человек, но типа... Не надо привязывать ни к кому, про кого вы знаете, там, вы этого человека не знаете. Это человек, про которого никто не... его имени вы не знаете. Вот. Про сразу говорю. Ну, вот такое было. Угу. Не, вот у меня даже, типа, я хотела... К этому материальная выгода такого просто... не было. Да. Ну, это называется просто, типа, зависимость от... Ну, вообще, по факту, типа, мы все востребованы друг от друга, вот... Сейчас я Верине письку подержу, пока она пишет. Все востребованы друг от друга люди, типа, мы общаемся, потому что нам нехватка внимания, мы общаемся, потому что нам там скучно, и понимаешь, мы все ради охуенно разговаривать. Сука, ебло, блядь. Ебло — это твое имя. Нет, ебло — это твое, блядь, лицо. Фамилия тупое, блядь. Нет, ебло фамилия тупое, у тебя блядь. Ебло, реально. Ты выглядишь как ебло, блядь, похож больше на ебло. Да хватит меня бить! За что? Кстати, хорошо, что тебе такую зипхуди отправили, чтобы ебальник твой можно было прятать. Обстриженный, блядь. Так вот сделай, так брыть. Ай-ой-ой-ой! Я ж тебе руки сломаю, блядь! Нет! Не поедешь никуда! Шутка-шутка! Не поедешь никуда! Я помню, Наташ, ты же помнишь, когда у тебя, ты делала себе грудь, и когда я за тобой ухаживал, ты этот, ты что, подошла ко мне, начала меня щекотать, и я чуть-чуть по сиськам не въебал еще. Не вот, вот так, что ли? Нет, я вот так ногу поднял и чуть не въебал. А? А мы тут передвинулись просто. Садись сюда. Сюда. Ай, меня не волнуют. Они не волнуют, они не волнуют. Предательство? Что? Вы кофту не оценили. Нет, кофта имба, просто я видела уже ее. Ну садись. Это очень мило. Ну садись. А что у тебя из Hello Kitty есть? Из мерча. Я только увидела этот брелок. Да, брелок. Да, я только его нашла. Я мечтаю о постельном белье. Я, кстати, искал для Жожо специально постельное белье, а там только одна спалка. Да, с Hello Kitty искал. Да, я тоже. И пледы искала тоже, помню. У меня была игрушка Hello Kitty. Помнишь, я еще раздарил все игрушки, которые у меня тогда были. У меня бабуса подарил. Да, а бабус у тебя был. Это много. Я девочке какую-то... Просто девочка первый раз в жизни видела последний. Она просила медведя большого, там 1.5 метра я дала. 1.5 метра? Да, хотя это не очень хороший человек был.
Настя, вы чего издеваетесь? Вот. О, какой она. Так не грустила. Все, Амина. А мне пишут, Амина, твоя мама просто фантастика. Это комплимент? Мама у нее просто. Она нас сегодня на голубцы пригласила. Да, нас. Да, всех четверых. Я в 8 иду на массаж, поэтому... Я в 8 иду на голову. Стоп один, да? Я а пришла. Я не смогу, мне нужно на стрим пойти. Кому? Крис Вейв. Хорошо. Крис Вейв. Она скажи маме, что ты... Скажи маме, что ты занят просто. Она не обидится. А можно я приду на голубцы? Ну, если да, в 11. Я напишу, если я освобожусь, то на часик есть. Да, окей. Окей, без проблем. Еще будем ждать, но мы не обидимся, все нормально. У всех есть свои я дела, постараюсь, мы понимаем. Я постараюсь, если напишу, если можно. Как твоя тебе, мама? Кошка? Как зовут мастера? Вадим? Это... По массажу мастера. Это как в Инстаграме. Ребенок сейчас. Сань, я взяла шутку. Господин Девид Мазай. На кого мы можем? Ой. Да нет, это не он. Ребенок сейчас. Давайте следующий вопрос. Мы Амине не задали. Да. Амина. Сережа хочет трахать Луна. Целовалась ли с кем-то с первым встречным? Нет, никогда. А вы? Ну, типа, нет, никогда в жизни. Ну так вот увидели человека и поцеловали. Нет. А ты? Я нет. Я с кем целовался. А, нет. В этот же день? Да. В этот же день, да, было. Было странно. Наташа. А, ты тоже, да, знаешь? Я поняла. Можно не было, не было, просто вопрос. Это первый. Можно без было, не было, просто вопрос. Ага, нет, это не первая встреча. Можно без было не было просто. А, ну это одна из. Можно без было не было просто. Арсению, пожалуйста. Можно без было не было просто. Очень любит. Максимальное. Ладно, нахуй, пизду. Наташ, ну. Что? Как ты можешь такие вопросы задавать? Ребята, можете модераторы, спасибо. Знаете, какой Наташа на вопрос я мне не задала? Какой? Ебалась ли она в три смачка? Значит, это неуважение к девушке. Амина, ебалась ли ты в три смачка? Это как? Да. Я тоже не знаю. Это в три хуя. Да. Нет, конечно. Я вообще противник. Нет, конечно. Я противник тройничков. Это четыре чем? Я противник. Квадро, квадро секс. Целовался ли ты с парнем. Нет. Вот прям в засос. Чё ты пиздишь? Не было. Я помню, как в Invasion'е вы ушли с Ваней. Бля, хватит. Наташ, я сейчас начну рассказать твой секрет. А что? Это не секрет. По-моему, даже в сторис у кого-то было. На кого? У кого не было. Что вы там... Не нужно. Блядь, ещё Ваня, блядь, Ваня в чате. Я не хочу про это говорить. Счастье любит тишину, поэтому мы и молчим. Вань, привет. Если что, Жожа тут подкатывает к Амине. Как тебе вообще? Нормально? В смысле камине, блядь. В смысле камине, блядь. Мы с Жожей давно дружим. Я в первую очередь, блядь, да, огонь, было, а второй камин, блядь. Дебильная, блядь. Да. А где тут эти вот бусы взяла? Я хочу тоже себе бусы. Вот эти? Это вообще на Дэйме я купила. На Дэйме? А Дэйме мне? Ну, я просто померить. Мне жалко. Блядь, ты заберешь нахуй как очки? Знаешь, сколько очки, кстати, стоили? 7 000. Да мне похуй, честно. Тебе не завидую. Он меня украл. Он меня украл. Вань, у тебя мужика забирают, слышишь? А зачем я не забираю, ты же мой друг, мы просто тактильны, у нас один вайб, ты не понимаешь, блядь. Мы просто тактильные. Да. Мы просто супер тактильные. Ты не понимаешь, у нас один вайб. Что вы осу? Алиса, включи музыку. Ебать, я говорю, Ваня завидует, мне в чат пишет, Амина, иди нахуй, блядь. Подожди, а Ваня реально в чате? Да, сейчас мы добавим. Вань, как у тебя настроение вообще? Все хорошо? Да. Вань, привет. Пишет, мы кенты близкие. Да. А, он прям спамит, мы кенты близкие. Да, 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 да. Где-то я хочу, чтобы понятно. Вань, привет. Привет, Вань. Привет. Так получилось, что сейчас только камера была в фокусе. По-моему, секси. Песни играют. Да? Алиса, следующий трек. Не знаю. Жош, а у тебя было такое, что вот ты смотришь на девочку или на мальчика, и ты хочешь ее пиздец как посылать, но не можешь?
Да, было, наверное. Может, у всех. Кто это был? У всех был, да. Кто это был? Тоже другой вопрос. Я уже так два вопроса не задал. Ну похуй! Отвечай! А у тебя такое было? Ну, когда был влюблен, наверное. Ну да. Не знаю, в лет 16, я помню, мне нравился очень супер мальчик. Вот когда у меня был когда с гаечкой эта тема. Да, когда я страдала, путь 20 по ней пиздец. Ну, у тебя же. Ладно. Это типа в первые дни? Нет, долго было. Я по ней месяца два убивался. Типа ты смотрел на губы, которые не мог поцеловать, да? Затянул так аж кудишечку. Да ладно, не кипишуй, да ладно, я все решу. Не победа! Да это меня давно было, блядь. Это просто рассказываю про опыт. Надо уже забыть. Да я забыл, сам вопрос задал, блядь, отвечал, честно просто, и все. Согласна. Сказал, было ли это, я сказал, было. Согласна. Как смешно ей, блядь. Как? Вот так? Ой, тут еще вообще не парься, очень красивая. Блин, очень красивая фигура. Она скрывает свою фигуру, а она не очень красивая. Я знаю, что ты очень красивая фигура. Я, короче, Эвелина, впервые за много лет нашей дружбы, ну не впервые, но один из немногих разов, короче, сняла толстовку или футболку большую. Вчера? На днях. Я смотрю на нее, а она секси. Ну что я могу сделать? Но она реально очень секси. Ну я просто говорю как есть, типа я не буду пиздеть. Ты не куришь. А у вас, есть люди, с которыми вы бы хотели поколабить, типа из медийки? Пиздец, как хотели бы. Вот по стриме, вот, ну или тиктоки поснимать. Я бы хотела. Я тоже. С Кидлороем. И с кем? Кто с кем? Джастин Бибер, Кидлорой. Нет, а из русских. Из русских. Мне Бустер, наверное. И его девушка. Да? Да, они очень добрые и веселые. Ты бы хотела с ним постримить? Нет, меня пригласить. Ну, нет, я бы просто хотела познакомиться прям. На меня подписались они. А ты, кстати, на день рождения с Славой не идешь? Иду. Познакомишься. Да, ну, не, я просто вот кого-то... Я их не знала как стримеров, просто знала как из вырезки, из ТикТока. Вот будем бухать, ура! А ты? Что? Да, наверное, есть. Но все равно есть какие-то даже тиктокеры, которыми я не знаком. Мне кажется, они хоть интересного. Да. Мне кажется... Блять, я уже со всеми знакома. Ну, я не знаком. Я вообще много. Я с тиктокером вообще никем не знаком. Мне просто интересно. Ну, я, кажется, разочаруюсь сейчас. Когда ты познакомишься с тиктокером? Ну, да. Может, такое, мне покажется, что они слишком скучные какие-то, либо мне интересно. Я в ахуе. Не, да, вот с Аминой мы где только не были, она на меня брала там эти мероприятия. Ну, идём, там кто-то. Супер знаменитая, они такие, о, Амина! Я такая стою, нифига себе, там каждый человек ее знал абсолютно. Неважно, ну, даже честно, из какой он сферы. Мне кажется, да, вот в любом возрасте даже типа Амину знают. Угу. Я просто там... очень общительная, но это типа. Нет, ты просто как-то запоминаешься, понимаешь? Не, она еще и подходит, и даже вот если она знакомится с человеком, она такая сразу, о, братан, бля, привет, как дела? Она сразу вайп ловит. Причем она у человека понимает, какой вайп и как с ним общаться. Вот этому надо всем. Ну не, я не скажу. Я смотрю на камеру, и кажется, как будто это ноги Жожо, знаете? Вот если вот так посмотреть, когда, как будто это он лежит. При два вопроса. Тима, я маленькая такая! Давай я беру ножки, чтобы тебе было комфортно. Не-не-не, все, у меня тут мышка. Привет, передайте привет Марго. Жожо чай вам нарисовала, посмотри в инстасторис. Там ведь хочешь чаечку вкусного? Марго. Нет. Хочешь чаечку? Хочешь чаечку вкусного? Можно я вас горячим попрошу? Давайте потом. Хотите, я кушать закажу вам? Да. Макдональдс. Я хочу. Да. Макдональдс. Да. Давайте креветки. Я сегодня в зал пойдем. Наггетсы. Да. Можно, пожалуйста, 5 секунд у вас? Да. Подожди. Да. Ребят, очень сейчас наглая просьба будет. А мы можем всем моему младшему брату привет передать? Да. Да. Он смотрит нас. Савелий! Да. Зая! Я видел, что у тебя тикток прикольный. Он это где снимал. Твоя болит сейчас. Да. Савелий. Савелий, привет! 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 Я даже знаю, как ты выглядишь. Я тебя лично знаю, братанчик. Вот, по-моему, по сторис. Ты же его недавно снимал. Да, у него просто еще кружочки сейчас. Ой. Ты где-то тусил? Чат, передайте холо Савелию. Ой, я видел тебя, Савелий. Потом снимала про него, что он типа всех знает. Сиську спалила. Ну да, вот. Сиську спалила, удаляй стрим. Я сиську спалила. Наташ, я сиську спалила. Я видела, что... Наташа, дай стрим. Я спалила.
пожалуйста, блядь, удали. Зачем ты... Сейчас. Чат. Блядь. Сука, то он лицо, то сиську, блядь. Наташа, быстрее, нахуй, ты специально медлишь, блядь. Нет, выключи камеру, я жду, выключи я жду камеру, клип. Я сиську спалила, блядь. Да это и пиздёж, блядь. Я жду клипа. Сейчас я посмотрю клип. Амин, я не посмотри на меня. Ебанутая, что вы чё? Это пиздец, ребят. Не видно? Не было? Точно? Точно не было, чё? Клип киньте, пожалуйста, не было, точно? Прочистка выпала. Я тоже не так. Блядь, я вообще в этот момент отвернулась. Почему мы с тобой в такие моменты всегда разговариваем? Да, я отвернулась. Да Жора рад, блядь, увидел сиську мою выпавшую нулевого размера, блядь. Все норм, ничего не было? Да не было ничего. Первый раз сиську в жизни увидел. Да мы забайтили, не было ничего, это была шутка сейчас. Эмоциональные качели. Кредит доверия просто. Я, которая, блядь. Так, ты не поняла, что это? Нет, блядь, я... Я сначала тоже не помню, перед тем, я забудь, ты сказала, я бай, чё я хочу. Ага. Жоржа, вырубай микрофон. А мне поворачивается, такая говорит, да, блядь, реально. Что там? Че вы будете? Какой бургер будешь? Я не хочу есть. Наггетсы? Креветки? Спрингролл? No. Липтон? Нет. Без льда. А что ты заказываешь? Зелёный. Колу. Нам два бигтейсти. Можно колу? Можно колу зеро без льда? Я жужжу. Что заказать? Что сказать? Нет, ты хочу, будешь? Ты какой хочу. День голодаешь? Я поел, я перед тем, как приехать, что встал. Что ты ел? Вот этот вот с рыбкой и колу. Я съел бутерброд этот из Starbucks. Сколько времени? Очень классное. Часа три, наверное. Это единственный бутерброд за день? Да, но не хочу есть. Амина, ебани еще одну шутку. Я не буду есть, я правда не хочу. Слушай, шутка больше не шути, блядь. Она манипулирует, она манипулирует. Да, а он голодает зачем? Я не хочу пушта есть, она постоянно говорит, я капюшон надела, она говорит, я вижу, блядь, ну как вообще можно общаться? А тебе два бигтейсти? Да, с дополнительным словом. Не знаешь, мне вот иногда бесит тебе вот эта черта манипулировать. А если вот так вот, если я сделаю? Ты не берешь в учет то, что ты играешь на эмоциях людей. Что я сделала? Вот. Сейчас, чат, одно сообщение «давай», и я срываю. Давай! Одно сообщение «давай». Делай! И пишет «делай, блядь!» Давай! Спасибо, ребята. Я маму слышу. А было ли у вас такое, что вы получали деньги за рекламу и не делали ее? Да, я еще не сделал. Да, у меня было такое, что, короче, был магазин в Инстаграме, который прислал мне 50 анимешных картин, которые до сих пор висят на стене 4 года назад. Короче, они отправили мне, я обещала им сделать рекламу, я попросила их напомнить, потому что я все забываю. Они мне, короче, не напомнили, они просто забили хуй, оказывается, они закрылись, блядь, просто. Ага. Да, они просто закрылись. Ну, кстати, очень много, типа, в режиме пандемии вот это вот, да, закрылись, просто позакрывались. Они закрылись, я им писала, они уже закрылись. Угу. А у тебя было такое? Мне кажется, в начале самом. Но сейчас тебе очень ответственно подхожу. Ну, раньше вообще не я за рекламу отвечала, а мой менеджер, с которым я была мало знакома, брала деньги и типа все. Но мне потом все возвращало. Но у меня было такое, что... я уже рассказывала на самом деле эту историю. Да, пожалуйста, мой энергетик. Короче, мне какой-то чел отправил зипки, кофты, короче, футболки. И я обычно как делаю рекламу, типа, либо ее вообще не делаю. Не-не-не, в плане, что мы так договариваемся, что они мне просто одежду отправляют, я ничего не делаю рекламу. Вот, например, вот это зип-худи, вот то зип-худи, в котором я вчера тоже была. Типа, они мне просто отправляют, чтобы я в нем ходила, но не делала рекламу. Вот. А у меня было такое, что он прям попросил... Он прям попросил у меня рекламу. Я говорю, смотри, мне если шмотка понравится, типа, я сделаю рекламу. Вот. И, короче, он мне присылает 2-3 кофты и 4 футболки. И все говно. Мне приходит просто абсолютно полностью все говно, все синтетика, вся ужасного просто качества, печать. Знаешь, как будто со всей майки, вот знаешь, вот это вот взяли, просто вот этот дефолтный фасон, типа, и там какой-то принц со скелетами, не знаю, ужасно, короче, это выглядело. Я что-то надела, думаю, одну футболку я, типа, просто возьму, типа, заплачу за нее и мы все. Я, короче, вот так вот под каре обрезала, ну, чтобы она просто мини была, потому что она вот такая приталенная, типа, была. Я думаю, вот так вот обрежу, норм будет. Вот. И, короче, и забила хуй вообще. Что-то забыла про них. Чё, F? Чё случилось? Чё, F? Я заказала колу, да. Аминочке Солнцу, передай привет Арсению, пожалуйста. Он очень тебя любит. Арсений, зайка моя хорошая, передай тебе привет, я тебя тоже люблю. Wow.
Вот, мне прислали, короче, я забыла просто про них. Они мне, видимо, писали, а у меня как улетело просто вниз это сообщение. И все, они меня, видимо, спамили. И все, и, короче, в один прекрасный момент, спустя там, по-моему, через дней 5 или через неделю, мне стучат в дверь. Прям пытаются ее выломать. Прикинь? Что, что дверь открыта? Да, но вот этот момент была закрыта. Хорошо закрывать дверь. Пытаются, короче, именно выломать и писать мне в Инстаграм, типа, открой дверь. Я в ахуе, я, типа, не отвечаю, я не хочу вообще отвечать. И они, наверное, ломились ко мне в дверь, ну, я не знаю, минут 30. Реально, без шуток. Я уже думала, типа, вызывать полицию, но думала, сейчас еще 10 минут, еще 5 минут и уйдут. Еще 5 минут, еще 10 минут, типа, и уйдут. И в итоге они не уходили, и все. Ну, я в ахуе. Я потом сказала, короче, спустя там сутки, я оставила просто их вещи, блядь, около лифта. Mm-hmm. Типа, оставила, говорю, забирайте нахуй, мне даром не нужны ваши вещи, говно качество, типа, вообще не работайте с блогерами, пизду. Mm-hmm. Да, но вот этот трэш у меня первый раз такое было. Не знаю, может быть, они уж слили мой адрес, конечно, но похуй. Я никого не боюсь вообще. У нее такое дома, блядь, кто-то зайдет, пизда ему. Осуждаю. Пизда, в смысле, пизда ему. Пизда ему. Курьер не пустит, блядь. У меня такой дом жесткий в этом плане. Тикток в голове сразу, да? Да. А что под это? Как снято? Что-то сначала вот в одну сторону, потом в обратную. Да, реверс. Да, реверс. А чё вы автопишете? Они нас... Мне говорят, что я спалил экран, но я, типа, там номер никуда не было, типа. Я так сел, там номера не было. Я в Телеграме переписывался просто. Типа из-за этого? Наверное. Не, а я бы с кем захотела заколабиться, это с Дмитрием Ликсом. Вот честно, это мой кумир. Типа, я ни разу с ним не коллабила на своем стриме, типа, я бы хотела вот именно вживую, типа, постримить с ним, потому что, это, ну, это моя мечта, реально. Он ко мне ни разу на стримы вживую не приходил вообще. Блядь, Бэб, ты чё, блядь? Луна? Нету, блядь, в смысле, вот она, нахуй, девочка, там, Эвелина, Лина. А какой вы самый странный подарок дарили? Вот, не самый странный, какой подарок вы необычно дарили за последнее время кому-то? Странный, кому-то мы дарили или подарили? Вот, например, да, ты кому-нибудь подарок какой делал? Я очень много делала подарков за последнее время, но не было странных. Кстати, где мой подарок на Новый не, год? Не, не особо, не просто странный. Блядь, я не принесла его. Сука, он лежит у меня на балконе, не выёбывайся, тварь ебаная, блядь. Мне держи эту кровать. Вот так вот, я тебе... Вот так вот, сука, ты улетела, мразота! Вот так вот, друзья, и теряются, понимаете? Это... Вот так вот, друзья, и ценят. Просто да, не привезла, я хотел... да, улетела через 2 дня, блядь, я хотел... и пиздит меня. Я хотел бы узнать, нормальная ли тема, если у меня 28 января был день рождения? Я спустя месяц сделал день рождения с тусовку, типа, это уже будет поздно. Чё, будет поздно? Ай! Да за что? Меня просто сегодня все хуярят! Сука, иди сюда, блядь! Иди сюда, блядь! Куда ты сбежала, нахуй, за стенку? Ты, блядь! Меня никто не уважает здесь. Я чё? Послушала. Нет, давай еще раз. Я, не... да, я говорю, что у меня день рождения 28-го было. И если я спустя месяц, ну вот, блядь, уже 21 февраля, если сделаю день рождения, ну, типа, тусу, кто-то придет на нее? Да. Имеет смысл организовать? Я же так же делала, Типа, 8 февраля я отмечала, а типа 26-го я отмечала. Ну, потому что 8... Что? 8 числа я отмечала, но 26 числа я отмечала. Я имею в виду... Я думала, я имела в виду просто 28-го, типа, как вот, я родилась, а 26-го я отмечалась. День родов у меня был 8 февраля, а 26-го я в Москве, типа, была, а 8-го в Киеве. Ты такой дубень ебаный. Что, блядь? 28-го я родилась, и 26-го я отмечала. 8-го я родилась, день родов, а 26-го я отмечала уже в Москве, 28-го. Ты как, 2 раза родилась? Нет, отмечала. Мама, ради меня обратно. Нет, я просто... Два... Блядь. Ебучий кремень, блядь. Да нельзя с тобой нормально общаться, ты просто ебаный дубень. Сука, ебло, блядь. Ой. Блядь, один раз отметила просто в Киеве, второй раз я отметила в Москве. Ничего, просто пришли люди, просто так же себе, им вообще поебать. Они, понимаешь, забыли про 2 дня рождения, им вообще похуй, типа, когда у тебя... Да, ты мне только Ваня поздравил. Мы с тобой тогда поссорились. Да, мне похуй, ты 2 года подряд меня не поздравляешь. Мы с тобой поссорились тогда. 2 года меня не подряд не поздравляешь. Не, мы поссорились тогда. Ты могла за прошлый год меня поздравить. Мы с тобой... С прошлым годом, блядь, с днем рождения. Охуеть. Вот надо сейчас вот так вот поздравлять. Это неправильно. Я считаю, что нужно поздравлять вот на нормальном вайбе. Я поздравляю именно искренне, когда у нас хорошие отношения с человеком. Я даже... Я же тебя поздравил.
Ну да, ну ты такой человек, а я вот другой человек. Это тоже нужно принять, уважать чужие принципы, я считаю. Ну, типа, для меня, для, ну, типа, с человеком важно, чтобы хорошее взаимопонимание было. Чтобы... Ты в курсе, что принципы твоего рода? Блядь, сука. Ну, типа, можете меня считать конченным человеком, типа, последним. Поздравила. Ну, типа, я Арину тоже не поздравляла в этом, ой, в прошлом году. Ну, когда в 40, я бы тоже не поздравила. Ну, вот. Ну, я ее поздравила. Это получится просто, типа, с днем рождения. И я поздравила. Ну, вот, а мне, типа, даже не хочется для галочки, типа, поздравлять, поняла? Типа, я знаю, что у человека день рождения, но мне для галочки такое, типа, себе поздравлять, потому что, ну, это как-то выглядит лицемерно, типа, для меня, не знаю. Типа, я либо отношусь к человеку, либо не отношусь вообще никак. Почему лицемерно? Ну, не знаю, типа... Ты же можешь вспомнить нормальный момент с этим человеком, поздравить его на грани. Да, но вдруг человек этого не хочет, если вы... Чат, напишите, чтобы Шошо пришел на пушку. Типа, вы либо миритесь, ну, а смысл, типа, мириться ради того, что вот у него день рождения. Хотя нет. Ну, не знаю, честно, у меня ни разу такого не было, а? Это может быть для него подарком, если он ценит. Ну, кстати, вот как факт. Ну вот как факт, кстати. А вдруг не рад бы был? Вдруг наоборот он скажет, ладно, нахуй мне вообще пишет, например. Мы тоже поссоримся, это не будет поздравлять, но типа. Нет, рад. А если ты бы... не рада будешь. Нет, смотри, а если... будешь? Нет, смотри, а если бы я отреагировала на твое сообщение так, типа, а нахуй он мне вообще пишет? Чего? Мне плохо было. Тебе повезло, что я отреагировала нормально. Ну, нет, если бы ты мне написала, я бы понял все. Ну, а тебе бы было неприятно? Я бы понял. Нет. Ну, мне было неприятно, но я бы все понял. Ну, а зачем? Типа, я не хочу, чтобы мне было неприятно. Поэтому я типа, так не делаю. Жужина пушка, ты попросила? Да, кстати, а что ты... А что ты не придёшь ко мне на пушку? Ну я чё, ты решаешь тоже? Я тебя зову. А что меня спрашивать? Я не тебя... Ты согласился? Да, я типа... Чат, вы все видели это, пожалуйста? Я тот человек, который не интересен. А что мне спрашивать? В смысле? Мне нечем спрашивать. Нет, интересно. Чего ты сделал? Так нельзя говорить. Чат, ладно. Вы бы хотели посмотреть интервью? Да, он просто зазнает, он не зазнает, он просто зазнался, блядь, че своего ебан. Не, он просто очень... Блядь, я боюсь... Да хватит мои 200 гривен! Я боюсь, что я пойду на какое-то интервью, и там просто будет, ну, 100 тысяч просмотров, блядь, let's go. Нет, у тебя просто нереально добрая аудитория, которая... Мало того, что заинтересована в тебе, так она еще и максимально пытается тебе помочь со всем. Ну мне да. Мне кажется, это кайф. Фак, что сказал? Я постараюсь не быть скучным на интервью. Я чтобы, типа, я стороны представлял. Потому что надо, ну, голову так. Как минимум помыть. И подстричься. Тебе как минимум нужно быть интересно, чтобы тебя хоть куда-то позвали. Придумывай, типа. Да, я не придумал. Мне неинтересно, я скучно. Факт. Ну, вот, я не хочу, чтобы меня куда-то позвали. Я даже говорю, ты интересно всем позвать, ты это понимаешь? Да, понимаю. Ну, что поделать? Ну, смириться просто надо. Ну да, должна гордиться тем, что ну, да. Ты родилась ну, да. девушкой. Ну, что поделать? И постучал на своем пути такой замечательный человек, Вадим Ловин. Ну, да, ну, что же мне делать теперь? Да, ну да, это тебе поможет, типа, избавиться. Ну, что же мне делать-то теперь? Ну, что же мне делать? Избавиться от некомфортной атмосферы, ну, тебе, когда человек высосит. Ну, смириться теперь, смириться получается. Ну, тебе не избавят от этой дискомфортной атмосферы. Ну, смириться получается нужно. Да. Ну, что мне делать еще? Ну, смириться. Ну, нет, типа, ты выбрала легкий путь, потому что ты слабая. Ты просто выбрала легкий путь, потому что ты слабая. Ты могла стать просто интересной, типа, начать читать книжки, там, Я не сдалась. Я просто ничего не хочу делать, чтобы какой-то быть максимально еще интересной. Я интересна для себя, честна перед собой. Ты сама сказала, что мне нужно. Понимаешь? Я не хочу. Я имею в виду, что я не хочу быть искусственно интересной для людей, понимаешь? Попуск по факту. Нет, я не хочу из кожи вон лезть, чтобы быть, блядь, интересной для людей. Какой-то пиздец. Давайте Анютке передадим привет. Анюта, привет! Yeah. Анюта, привет! Токсик ХФ, это да я. Сука, ебло, блядь. Я тебя не бил. Ну, конечно, так делать. Да за что ты меня своей вонючей ногой, блядь? Чистый лист. Смотри, что делает. Он просто не скипается. Пиздец. Не скипается. Вырви, да, ты просто пока. Мы сейчас стримить будем на твоем стриме, да поганом. Да все уже можем. Все включай.
Вы не против, если я сделаю рекламу? Мы тебе поможем. Сколько времени? 15 минут. Может начать мой дело. 15 минут делать рекламу? Как? Кейс крутить просто. Давай.